Вчера собрание было. Ага. Что там решали? Еще там вопрос, он говорит, пусть посмотрит, обязательно, говорит, приедут, пусть посмотрит. Куда нет, мы нельзя, мы едем же в шахты, вот еще далеко и там, особо по времени никак. Ну а почему по времени? Ну, побудьте хотя бы до вечера. Ну, понимаете, что подходит? Нам полчаса и дальше. Нет. Я людей позвал, все, 12 часам приедут люди. Да нет, мы на это никак не можем. Мы этим пока не поздно. Нет, мы есть туда. Что никак. Это что за конкурс? Мы едем до проезда, мы дальше едем до шахты, потом мы завтра должны уже выезжать на Донецк. Послезавтра. Пока. Послезавтра. Собрали, там вперед отправили машину, гуманитарную, за помощь. Закупили там продукты там. Все, загрузили машину, какие-то шла. Я денег там, вот этот Юрий Соболев, вы его не знаете, наверное, он перечисляет уже с лета. И вот они накопили деньги, там где-то, наверное, 37 тысяч. В общем, я вам передам. Это от Юрия Соболева, ну это десятина, в общем, там он набрал. И нам на машине перевод Шошин. Вот сейчас матушка пойдет с ними, деньги я вам... Да не надо с ними, что, зачем это? Никак это не надо, это я посредник. Я же отвечаю за них. Слушайте, Костя, ну давайте хоть сейчас 5 минут, я на тихо позвоню, потому что он ждет. Они же люди вчера собрались, ну вот батюшка не выходит, хоть бы это сам узнать, где они, ну что. Я хоть сделаю, людям покажу. Были, значит, мы в это, с Дивеева ездили, там еще один батюшка наш, тоже друг. С Могу, да, Дивеев? Да. Нет, Нижнего. Ниже. Из-под Бреста был, приезжал отец Петр. Все еще с 85-го года. Вот вы путешествуете вместе. Ну, еще не менее, 2 недели. Еще сейчас неделю, он считает, здесь уйдет, и на следующей неделе я уже уезжаю. Ну, а что ж есть эти чудески по миру, ключ верующие? Да есть, конечно. Есть, да? Есть. Ну, вы раз даже не думаете, там, где его увидите, оказывается, есть. Думаешь, другой раз где-то там, а увидишь там, а нет, другой раз просто смотришь, люди, ну, приходят, это, как святыни прикладываются, ну, ходят такие, какие есть. А другой раз ты совсем там где не думаешь, там, видишь, что люди истинно верят. Я Сережа, можно вас сфотографировать, если вы отражаете? Нет, у нас же все любят эти, Олеся. У меня бараны. Нет. Я здесь, уже нет заказа. Батюшка, баранину надо, ну подождите, говорю, через месяц. Сейчас спрашивает у него. Батюшка, ну сколько баранов-то у тебя там? Он говорит, да я не знаю. И считал всем бы. Он говорит, да кто залезет, сворует. Он говорит, всем. А это когда епископа встречали, да? Когда епископа встречали. Ну, да. Сергея когда встречали. Ну так вот это было, да. Всем ведь нуждаются. Что? Ну, не знаю, так, такого редко, конечно. Хотя вот сейчас, вот с этими санкциями, то, что сейчас на Россию напали, да они ведь, народ стал подниматься, сейчас на землю многие перебираться стали, то есть уже выгодно начинает и земледелие, и скотоводство, и все. Фрукты, вон возьми, Польша, они же все это, Греция, там потом... Румынии, вот эти все, Молдова, они же все перекрыли поставки. А теперь у нас открывается, сейчас открыли с Грузией, потом в Азербайджан, Азербайджан, все возвращаются, те, которые сломаются. Ну, все, все. Все, по новостям, смотрел, Китай в 5 раз увеличил поставку свинины в Россию. Да. Китай называли сейчас свинины. Да, было бы какое-то у нас хоть немножко бы, но... Чуть-чуть бы, как говорится, лицом правительство обнадило бы крестьянство отбыло. А то ведь нет ничего, все глуши, деревни-то, ну, все погибают. Да, все. Да. Ничего нет. Нет. Они там, чтобы по крестьянству, да никакого нет, они выделяют кредиты Россельхозбанку. А Россельхозбанк тогда по 24, по 30% дает кредит. Да кто такой кредит его взять? Его...
сложно рассчитать? Кабала. Кабала? Это, как говорится, удавка на шее. Да, может вот как раз вот под эти сейчас обстоятельства, надо Бог будет, может, и пойдет. Ну, может быть, маленько действительно там чего убили. Я уж смеюсь, говорю, нас не возьмешь. Что, у меня было сейчас там 70-80 с Игорем Барабашом, у нас вместе как бы стадо эти барабаны. Я говорю, Игорь, давай тогда 300 будет. Чтобы санкции. Вот это вас свиньи держит, там Андрей, там это, Володя там клоним. Давай тогда, говорю, 8 будем. А летом, вот летом они опять же пасти некому. Сколько нужно? Нет, ну у нас пасут мы сейчас по дворам пасут, у нас ребятишки пасут. Зарабатывают. У нас ребятишки зарабатывают сколько? А школу, но здесь уже это, так выходим, кто-то там. Я вот приеду, другой раз я там попасу день. Уже. Да, много делаем. Я же выставил ролик там. Это Любовь Николаевна там с собой. А, Любовь Николаевна. Ну, это мы с Бенин, наверное. Сережа, Сергей Сашин не грешит? Да не, они уезжают. Нет, не уезжают. Так. Да. Ничего, говорю, Бог даст, выживем. Россию, говорит, да. А ну что, это чисто привычное выживание. Слежу только работать, да и все. Да. Земля есть. Бог дал здоровье, силы, терпение. Вытерпим мы. А если я вот сейчас своих тоже и давайте продавать, а у нас едет за городом, 70 километров от города, и там вообще там прям первозданные места такие. Там дубовые леса огромные. Я у нас там где-то дом построил отец. Вот я говорю, давайте сейчас продавать это все. Газ туда тянут сейчас. Я говорю, давайте продавать, да и туда поедем. Я уж говорю, сейчас печку там русскую наладим, все. Поедем и все. И вот никак не ломаем меня свои. Когда первые года Игнатий Ильич проводил когда занятия в университете, аудитория полностью была забита, там по 200-250 человек. А последние года, вот буквально года три назад еще он был. Барнауле? Да, в Барнауле. В этом же университете, там же объявления все. Только наши с Леновкиным приходят. Уже постарались. Студенты ходят, уже люди не интересуются. Ну, уже потому что вот это ажиотаж был в 90-е годы, да, когда вот этот бум пошел. Люди интересовались. Вот все. Ну, Володя сейчас. Значит так, это, Сергей, ты с этими давай акциями поступим таким образом. Ну, хорошо. Я хотел, значит, хорошо. Вам, значит, вот, нет, им не хватает. Думаю, что НСО может, значит, как вам помочь. Тогда вот, пусть так и будет. Это, значит, вам, а это то, что я оставлю. И будем все в расчете, чтобы... Давайте так. Больше я так не это. Ну как так? Так, сделаем, все. Считайте, что я у вас сделал. Моя, потому что я как бы. Ну, а мне будет как отчитываться. Так и скажете. Скажем, я от вас получу. Что это? А мое дело как? Потому что я приготовил, я сейчас. Ну давайте я сейчас тогда вам отдам, потом вы будете мне перечислять. Понимаете? Так не важно, потому что я ехал с этим, чтобы это оказать помощь вам. Потому что я работаю нормально. Дальше, но за вами у вас больше расход, у вас или кто-то ухаживает за вами, и прочее, и расходы разные, и все. Но это будет так, значит, и все. При свидетелях все делает нас. Никто в этом ничего. Починиться. Вы получили, отдали мне это. Чтобы нам не это. Сережа, простите, вот такой вопрос. Может, это у вас после травмы случилось, а так как уже травмы были еще нормально, да? Конечно. Происходит 20 секунды. Но дело в том, что Господь подготавливал задолго. Если я уже потом после травмы лежал и анализировал, то есть как он мне уменьшил кальций в этих костях, а как этот ко мне подошел друг сзади, ну, такой крепкий, ложить, и вот тогда меня обнял, о, привет, Серега, и за ребра, и ребро сломалось, вот это я уже анализировал, потом мы дружили, обняли, попробовали человек, чтобы сломать его ребро. А это, видимо, Господь отслабил за полгода у меня кальций в костях. Вот и когда я вернул, у меня сломались 7 шейных позвонков.
песню с кинным мостом перерезали и раздробили. И хирург мне говорит, нейрохирург, он говорит, чтоб такую травму, как у тебя, допустить, это уже с 9 этажа 2 тонны плиту сбросить на голову, чтобы вот так перелом такой был. То есть это не просто... А почему, как ты, насчет того, воду пили или чаще воду? Я не знаю, отчего. Может, от воды? Для меня нормальный год воду я пил. Вот, видимо, раз хоть так специально подлил, чтобы уже и все. А с такими травмами не живут практически. И ведь, тем более спинной мозг, они мне когда вытащили из воды, я 25 минут, где-то 20 минут, ну, там, под водой. Ну, плавал на поверхности вверху. Ну, а больница видел, без сознания было. Они меня вытащили из воды, вытащили, я черный, уже уж черный, и все, ну, труп, все. И они не поняли, что перелом первым делом, да, откачивать мне там и трясти, и через колено, и давить, и все. А этим, этим самым там осколки-то были, они весь спинной мозг там вот так вот не скромсали весь. Вот. Книги, этот же там Михаил Мушинович говорил, да, эти книги Михаил родной по Московской области. Протест, отзывают книги, оттуда звонят, оттуда, ну, видимо, кто-то поработал. А что сейчас? Еще отзывают, а кто бы сказал, а что такое в книге? Никто ничего не писал, никто. Нет, а кто отзывает книги? Это неизвестно, звонят в библиотеку, идите, пожалуйста, уберите их. С одной, другой, да, вот человек. Ну это как у нас, дали, я привез и передаю в библиотеку. Они говорят, у нас директора нет, сейчас оставьте. Я стоял один, 17-го, ну любой. Они тут же в епархию передали. Епархия там человек, проверили, там цензуры, там вдруг мне звонит. Там отец Максим, заведующий по издательскому отделу. Отец, вы понимаете, что вы передали? Прекрасно понимаю. Вы читали? Вы, конечно, читал. Ну, там все невозможно все перечитать, но читал. А вы знаете, там выпады против церкви, против этого? Я говорю, ты скажи мне конкретно. Хорошо, вызывает епархиальный совет, и это расширено. Сейчас 20 сидят такие протоиереи там все. Разве пробовать-то? Что мне сказать? А это, антиепископы, корыстные такие. И все это все. Не знаю, как еще отбился с Божьей помощью. Только одно. Если бы Серафим был покоен, запретил и выгнал бы. Он был просто неврастенник. Не терпел ни малейших. Да. А этот Алексей-то... Ну, короче, давай слово, что не будешь распространять. Да я не распространяю, просто попросил человека, когда я одел рясу, подрясник пошел, рясу официально представился, с какого прихода я мог послать сына, мог послать любого. И что мне? Я говорю, кто я есть, что тут бояться, я не боюсь сам. Если раскольник, если там скажи, в чем обличие, он вам сейчас сразу, только смотрите, если вы нарушаете закон какой-нибудь, библиотека там что-то, сейчас подаст за какой-нибудь Страсбургский суд подаст и отсудят, и вы будете извиняться через это. Это уже было не раз, говорю. Лучше не сердце. Этот человек не нарушает ни светских, ни духовных законов. А кто он? Кто? Вы не знаете, я 79-го года знаю. Ты можешь поверить, ты там это завис, может, ты как ты это себе представляешь? Я поехал там. Я приеду, и что? Я привез, допустим, книги куда-то. Что за книги? Когда автор, то другое дело. А я что? Нет, ладно, извини, я говорю. Готовили, в общем, там ездил ролик короткий, где благословение там трех архиереев есть. А нет, один архиерей благословлял в этом году. Вот, и в Москве, кто там на Мерсине их благословил, а потом в Грузии благословлял его этот Наум, да. Вот, я собрал вот эти ролики там, состыковал, он приезжает в библиотеку, показывает, вот благословляют, вот видите, ну и так в краткости описывает им там, что за книги, что за человек. Что уже хочется записывать. Через два дня, через два недели будете ходить. Я уже ходил через две недели, а через 4 месяца лежать. Не знаю, нет, сколько. Добрый вечер.
режиссер рядом с чем. Сейчас переживай. Что-то Володя там забыл. Таймер. Володя что-то там. Попали все-таки. Все-таки попали. Доехали, попали. А что вы? Что? Ничего, все хорошо у нас. Едем дальше. Едем дальше, видим лес. Да. Вы тут останетесь, подольше побудьте. Все, Игнатич, уезжаем. У нас все разобрали. Они даже не пообедали. Сейчас едем. Каждый день. Сейчас список. Татьяна Ильинична там, я гляжу. Добрый день. Добрый день. Ее так и считают, героическая женщина. Сюда выйду. Так, вчера было собрание, да. Уже мы это выставили, вы там посмотрите. Меня там ничего не уволили, нет? Да нет, не уволили. Сейчас я позвонила Людмила Степановна, приготовить документы, чистые листы. Слушай, ты вот сейчас прямо скажи мне, чья это была идея, что землю надо приватизировать? Ты кому этот вопрос? Тебе, конечно, не Ивану же. Землю какую? Землю, которую здесь я где сижу. Дом. Это не моя идея, это государственная идея. Всегда участок как? Ну, можно покупать его, можно не покупать. Дом стоял и стоял. Оформление обошлось 60 тысяч. И сейчас, да. Сейчас они меня налогами душат за землю. Сразу платить 6 500. За у меня пенсия 5 500. Ну понятно, что это не то. А до этого сколько было там? Ну сколько? Сейчас скажу. 97. Да почти 15 лет-то. Я не платил ни рубля, дом также стоял. А теперь каждый год платить. Ну вы-то в год 6 000, а не каждый месяц. Не понял. 6 000, кстати, в год 6 000. Не каждый месяц платить-то за землю. Но если земля у тебя не оформлена, это несчастная собственность. Начнется даже какая-то стройка или что-то, тебя просто сдвинули и нет ничего. И ничего не будет. Если дом и не оформлен, и земля не оформлена. Случится, что продавать или что, ты не сможешь ничего. Земли нету. Это все везде так часто. Ну как земли нету? Дом есть, а земли нету. Еще она, дом-то в воздухе висит, что ли? Ну так земля-то должна быть документ какой-то на землю. А у тебя никакой документа нет на землю. У меня на дом домовые книги, все есть. Что, какие документы? Зачем они нужны были? О, ладно, сейчас еще об этом разговариваем. Ну ладно, сейчас приедет Таня, это Петеримова-то, и вот готовлю документы, Севастьян там работает, может быть, мне как репрессированному, реабилитированному какая-то льгота будет. Сейчас документы буду... Давайте, у вас там есть все, и юристы есть, и все там это уже. Там есть. Делайте, есть кому разговаривать. Ладно, мы не будем об этом сейчас. Ну вот так, ты знал. Все здоровы, там отпевать некого, ничего. Все. Отпевать некого? Отпевать некого. Не отпевать надо, а плакать учиться. Это еще Андрей Долгов всегда говорил. Научились отпевать, отпевать. Надо плакать, а не отпевать. Плакать о чем? Плакать о чем плакать? Плакать о том, что народ ненаученный во тьме находится. Тьма кромешная. Попы все заблудили. Звери лютые. Вот наша встретила сейчас, заявление подала об уходе Кубайкина и Силина. И я возвращаюсь туда. Там обвинение, там куча какой. А ничего не, совершенно сумасшедшие делаются люди. Ничего не понимают. Стала говорить, это кто вчера говорил, о Христе-то говорить? Кубайкина, это сказать, это... Нина Александровна. Нина Александровна Жовнера там встретилась. Ну, хорошая женщина, все. И стала говорить о Христе. Так ты православная разве? У нас не принято о Христе говорить. Это надо довести до такого состояния, чтобы... Вот кто же сказал, другая женщина, которая... Из другого храма. Нина Александровна, это ревностная наша женщина, она с сестрой говорит. И та согласилась, она не крещеная, совсем не верующая, стала ходить в храм. Ну, батюшка идет, она подошла и говорит, батюшка, у меня сестра здесь оглашенная, ей куда выходить-то здесь? Как куда выходить? Ну, оглашенный, это изойдите. Он поп не понимает даже слов. Его этому не учили. Его научили только крутить хвостом и уметь оправдать любое беззаконие. Я, говорит, сама... И пошел мимо, даже не стал разговаривать. Это уже в церковной ограде. Народ, ну, ладно, народ не нужен. Мы здоровы, мы
уезжаем уже. Ты не уезжай, сиди, тебе вам некуда идти, в пустоту едете-то, слушай. И вот она стоит, говорит, я слушаю, где сказать сестре-то? Нету оглашенной из-за детей, они его выкинули. Я, говорит, смотрю, она причащается, стоит. Я говорю, как ты причащается-то? Да кого он вышел сейчас, я говорю, кто не причащался еще? Я стою, он третий раз на меня смотрит, кто не причащался? Я поняла, что он мне говорит, подошла, рот разинула, причастилась. Да такого безумия не было испокон века, ни одного сектанта этого не бывает. Это не где-то центральный город Барнаула, столица Алтайского края. Лишь бы рот разинуть только. Обезумели попы совершенно. Не разговаривать не хотят ничего, только одни клеветы собирают и... Знаете, сейчас отец Иван спросит что-то. Я, Игнат Тихонович, я вот вижу у вас там оператор за спиной. Вы слышите меня? Хорошо слышу. Тогда я обращаюсь к Володе, вашему оператору. У вас никудышний оператор. Почему? Мы смотрим приезд митрополита, вашего епископа, к вам в Потеряевку. Смотреть невозможно. Володя, слушай, что я тебе посоветую. Я слушаю. Ты просишь у Бога тебе там дар. Или как вымоить там дрова колоть, это нужно. Ты бы просил Бога дар, чтобы ты снимал так, чтобы тебе можно было смотреть приятно. Ты бегаешь, как этот, за спиной туда-сюда смотреть невозможно. Камера должна быть или на штативе, хоть на одном палочке, или на трех. Или держи очень медленно, веди камерой. Я своих поднаучил пацанов, то, что снимали, можно посмотреть. А так тяжело, туда-сюда, быстро, приблизишь, отодвинешь. За столом сидят там, зачем ты так это все водишь, камера, тяжело смотреть, Володя. Материал интересный, а смотреть невозможно. Вот ты сейчас замер, вот так и снимай всегда. И очень медленно, води камеры, медленно. Вот мои пожелания. Все. Отец Иван, спаси Христос. Но только давай. Мы стоим дома, а не конские скачки. Надо с копыта сфотографировать гриву, и как седок падает. Там другой разговор. Попы крутятся вокруг одного ведра, 7 человек ходят. С какой стороны показывать не знают. Конечно, это не специалист, но он намного лучше же снимает-то. Вы бы стояли там на месте, как сейчас. В алтаре нормально снято, а тут они выйдут, хороводятся вокруг ведра с водой. Ну, в любом случае, не надо быстро приближать, удалять. Камеры водить медленно, води медленно, Володя. И можно все рассмотреть, легко смотреть. А там, туда-сюда. Ну, просто я, прям какой-то... Я вчера взял ногу из Потеряевки, привезите штатив, и на штативе камеру носите. Да, одну ногу, и она уже здорово. Так что... Советую не он, человек, который специалист, советует. Сережа поддерживает меня, правильно, Сережа? Смотрите, вы как... А вы смотрели ваш репортаж? О, собрались сибариты. Гурман по первому классу. Поставляйте нас, мы поедем. Все, мы поехали. Да. Так, отец, благодарю за замечание, все правильно сказали. Но стесненная обстановка, много народу, и ничего не видно. С какой стороны он пытается оттуда, отсюда приближать всегда надо, то ближе, то дальше. Напрасное оправдание. Я можно снимать вполне, и пусть бегают попы, а вы снимайте так же, можно было смотреть. Ну ладно. Отец, да. мы не специалисты. Я попутно спрошу, что-то не в пику вам. Мы не специалисты, денег нету, но выставлено, я сейчас посмотрел, у нас 2400 роликов наших, у вас ни одного, но еще ваша специальность. Я вам говорю качество, что там снимать? Где я снимать? Вам... Вы зайдите полностью на наш YouTube, посмотрите. Вот нас сразу начинаете переначивать, я вам одно, вы мне другое ставите. Я не другое, да, я говорю, вы помогите конкретно-то. Да у вас помочь, такой опыт. Стоит за спиной. Что, как ему помогу? Вот я ему помогаю. Даю совет. Володя, очень медленно веди камеры. Будет легко рассмотреть любого, кого ты снимаешь. Скажи, я говорю, отец Аки, передай Володе. А теперь я воспользовался вот такой удивлением. Я понял. Спаси Христос. Так он благодарит. Я только поясняю, что не всегда так удается. Он снимает в одном направлении, в это время сзади крик раздался. Ему некогда медленно вести, он мгновенно переводит, и все это мелькает. Может, это вырезать было? Они, когда фотографируют, тут у нас там Никодим учились, это Гнесина, они расставили там 15 разных, и переключают только с разных, и у них не дергается, ничего нету.
Они сверху, снизу, с боков, за кулисами, отовсюду. У нас один маленький, самый дешевый, и мы не специалисты. Но все-таки что-то снимается. Молодцы. Ну ладно, все. Геннадий, все, кланяемся вам. Помолитесь, благословляйте нас, поедем мы. Не ездите, посидите пока. Ну пора, пора. Не, посидите, я прошу вас, посидите. До свидания. Мы уже час сидим тут, Сережа. Да вы посмотрите потом и скажете, этот час перетянет все ваши блуждания. Остановитесь. Посмотрите собрание наше. Да еще поговорим. Что вы несетесь куда? Мы, отец Иоанн, мы очень везде спешили. Но где были люди, мы намертво застревали, не ехали. Тут у вас люди сейчас. Такой разговор идет. Побежали скорее. С тобой идет, не я скажу, главное качество попов сегодня некогда. У них главное это некогда. Где бы его ни перехватил, в храме, на улице, некогда, некогда. И оказывается, ему некогда спасаться, ему некогда со Христом побыть. Спас твой. Я прошу, посидите маленько, я кое-что задам вопросы. Такой прекрасный момент. Вам просто Бог дал эту возможность побыть. Вокруг архиерея пляшете, тут лежит Христос на постели. Посетили больного, меня посетили, не сказано при архиерее, Бога посетили. Необъятный Христос, говорит, занимай место больного. Побудьте здесь. Необыкновенный больной, необыкновенный иконописец. Вы ничего не оценили даже, побудьте, потом жалеть будете, я прошу вас. Знаете, оценили мы или не оценили. Побудьте, пожалуйста, я просил очень, сядьте. Давай, брат, давай по-хорошему, по-мирному расстанемся. Давай, надо нас... давай, полчаса еще, побудьте. Храни вас Бог. Все, я знал, что будете от меня отмахиваться, как от нечистой силы. Нет, играйте. Я знаю это, посидите, пожалуйста. Давай посидим. Подержите его руку, голову положи на подушку, голова болеть не будет. О, пока он не это. Зря вызывали, да. Прислушали одно. Я могу сказать только одно, чтобы оценить то, где вы будете, вам нужно будет время. Где вы были, где вы были. Все остальное вы постыдитесь показать. И мы вас нигде не видели. Вас Господь показал именно здесь. Я так ждал вас и молимся все. Ну, у нас нет в машине скайпа, мы же не можем вам... Вот пришли, здесь возможно. Скайпа нет, да. Но Господь позволил нам познакомиться с Сергеем, познакомиться. А потом вы вышли, побудьте еще. Посмотрите, какие иконы Бог дал ему написать. Мы смотрели, Игнат Николаевич. Вы Сергею какие-нибудь вопросы-то задайте. Какие у вас вопросы есть? Вы едете там разное юродивое, все, там будете спрашивать, здесь не спрашивайте. Я вам скажу, спросите, не пожалеете никогда. Мы с ним беседуем чуть не каждый день. И каждый день все новое и новое. Он не должен языком шевелить. А он лежит, и еще Господь дает ему такую силу, прозрительности Бог дает. Оцените это. Не думайте, что я просто языком шевелю. Я так ждал, когда вы придете туда. Вам, может быть, это будет какой-то поворотный пункт отсюда. В дороге вам больше не встретится такой человек нигде. Игнат Тихонович, но мы видим, мы очень... Я удивляюсь его вообще, что человек... в таком состоянии и с ваших рассказов других ведет такую активную работу. Он я один вот... такой, один такой на весь мир, на мир, не на, на Россию. И его попы долбят за то, что со мной знается. Поговорят и сразу уходят. Вот, определите, пока он живой. Это я не заочно говорю. Ну, маленько-то определите, к какому сословию вы принадлежите. И начинайте там трудиться. Никто апостол не воюет так, говорит, только попы. Я вам скажу. Апостол Павел говорит, для меня очень мало значит, как судите обо мне вы или как судят другие. Я и сам о себе не сужу. И хотя я за собой ничего не знаю, судья же мне Господь. Вот и я вам эти слова говорю. Чем мне тут судить, судить? Вы можете это сказать только тогда, когда скажете с Павлом, Бог послал меня не крестить, а благовествовать. Священнодействие благовестия. А у вас оно требует рассмотрения. Сколько крестили, сколько отпевали. Вопрос отпевания это уже возник. А нам не отпевание надо знать, а как восславить Бога на третью ступень молитвенную возвести людей. Все, Господи, помилуй, трещат, как сороки, и никакого помилуй нету. Вы не забывайте страшные, жуткие слова Серафима Саровского. Три дня молился и три ночи, и Бог дал ответ. Об архиереях молился. Не пощажу, не помилую. Это было там, 150-200 лет назад. Что сегодня бы ответил ему Бог?
сказал бы, их нету. Они мертвые. И притом ни один, ни два. И вы это хорошо знаете. И что хотите с этого узнать, посмотрите, что они со мной делают. Сейчас какую они компанию развили в Москве и дальше. Из-за книг. У всех цензорские отделы в епархии. Вызовите меня, вас же вызывали. Геннадий, ничего не показали. Владыки архиереи против вас подняли компанию сейчас. Сейчас. Вы говорите, что... Из центра России мне сообщают. Да. Он знает, что Батугин Михаил там. Где ну, книги были? Они по другим везде, по библиотекам везде лезут. Не только здесь, там, где вы сидите. Везде они. Ну и что? Ну вы-то с ними бываете. Как, ну что? Это смертный приговор им. Вы скажите, вы помирать-то думаете? Нет, верите в Бога или нет? Что вы делаете? Опять против вас стали выступать церковники, что ли? Архиереи или кто там? Да не выступают, просто молча. Молча? Ну, меня не изымают. Аристарх мне ничего не говорил. Он просто подписал. И бумага у меня на столе уже лежит. Прямо оригинал. Сумели достать. Ничего нет, кроме клеветы. Вот Новокузнецк, приехал Дворкин, выступает и говорит, а наш сидит там, Михаил Кальмаев-то, и задает вопрос, скажите, а вот кто такой Лапкин? Он начинает идти псевдоправославные, сектанты, еретики там. Он встает и говорит, не так, Александр Леонидович его звать, кажется. Это везде это. Они переполнены духом лжи, дух лжи вошел в уста. Если ты молишься, тебе Бог должен подсказать, что ты дьявол или Бог. Ложь-то. И он перед аудиторией, это все заснято. Заснято в нашем форуме, это на нашем ютубе стоит. Как стоит Дворкин, там говорит, а Дворкин главный сектовед Московской Патриархии. Если хоть один наш человек есть, который получает книги, читает, такие как вот Соболев, Соболев Юрий, он преподаватель Красноярского университета и в академии преподает, а сейчас его епископ назначил преподавать там, катехизацию вести. И он там организовал так, какое идет благовестие. И там, я не знаю, кто они, студенты, семинаристы, и они избрали или меня на этом опыте, начинает говорить доклад. Один человек, и он полностью меняет температуру. Вы столько могли бы сделать, я для чего вам говорю, вы же едете. Где вы проехали, там люди должны быть другие. Мощное слово, слово Божие должно отсечь гнилье от них. Бывает, иногда 15 минут только с человеком побудешь, и он делается другим. Он совершенно по-другому разговаривает. Я не знал, виноват, прости. Вы же едете, встречаетесь с людьми. Не спешите. Здесь особый воздух. Особая благодать. Вы только о своем благополучии сейчас беспокоитесь. Вот вас затронули... И вы еще и все на меня восстали. Почему вы так говорите там? Откуда вы знаете? Кстати, я вас всегда защищал и защищаю, и по сей день. А вы тут на нас напали. Вы говорите тем, которые вас долбят. Через вас Бог может это сделать. Вы это делаете, Игнат Тихонович. Я не боюсь, если еще раз вызовет на епархиальный совет. И меня вызывает, был у нас по сектоведению заседание благочиния. И там, значит, стали, я задал вопрос, специально задал, говорю, кто такой Игнат Тихонович Лапкин? Пошли, распечатку принеси, он сектант. Он говорит, какой сектант? У них все, наша догматика, вероучение. Епископ, они не просто какие-то отщепенцы и раскольники. У них епископ приезжал, Максим служил. Почему вы решили? Значит, епископ наш тоже раскольник, если вы. Так что вы тут не на... Я вас защищаю, Игнат Тихонович. Вы жесткий, с вами невозможно. Но я в глубине души вас преклоняюсь перед вами. Все, я уважаю вас. Понимаете? Согласиться не могу совсем. Что тут вы на нас наезжаете? Да. Вызовут, я не побоюсь. Скажут, да, православный человек. Кто бы там его ни отлучал, прилучит опять. Вы знаете каноны церковные, вы знаете вероучение, вы знаете Евангелие, вообще Библию. Вы можете сказать так, как по Слову Божию, действительно. И вы за любой человек замолчит, загранятся всякие уста. Я не сомневаюсь в вас. Я знаю, что вы православный человек. Но вы вспыльчивый такой, очень эмоциональный. Ну что ж, дядя, вы да, свою энергию направляете на тех, кто вас там пытается с вами там бороться. А мы с вами, так и знаете. Все, Игнат Николаевич, благословляйте нас, поедем. Не обижайтесь. Поцелуй и благослови Сергея.
С удовольствием, все равно. Я это и хотел сделать. Я вижу, только зашел, мне сердце сжалось. Когда я видел, думаю, как человек с такими ручками что-то тут рисует, я не поверил, думаю, это не он, как можно рисовать. Он продемонстрировал нам, как можно, то есть это такой труд, это чуть-чуть подсветлять иконочку, это ж... Я не представляю, как все. Тут руки, ноги есть, и мы ничего это не можем сделать. Просто смотришь и думаешь, Господи, какой немощный человек и жалкий. Но как апостол Павел говорит, я люблю, кстати, скажу, Игнатий Николаевич, я больше сейчас стал приводить примеры и цитаты из Писаний. Я понимаю, что это зерно настоящее. Почему? Потому что можно много наговорить воды такой, знаете, а когда хоть одну фразу, это Слово Божие. Тут ничего не скажешь. Апостол Павел говорил, умею жить и в скудости, умею жить и в недостатке, научился всему и во всем, насыщаться и терпеть голод. Отец Иоанн, вы давно дружите с моим братом, отцом Яким. Почему он ушел отсюда сейчас? Ну, уже мало ли куда. Я сам хочу историю спешу. Вы ему задайте вопрос, я хочу знать. Ну, ты ему задай вопрос, а почему он ушел? Игнатий Николаевич, ну ладно, мы не будем тут ссориться, все. На простые вопросы не отвечайте. Благополучно съездить и выполнить миссию там нашу, которую мы... Если бы стоял здесь его архиерей, он бы не ушел. Вы чином почитания занимаетесь, а истина мимо может пройти. Вот мы были в Дивеево, были 3 дня в Дивеево, были в Ростове Великом, были в Сергиево-Посаде, мы на службе мы везде побыли. Вышли в Ростове Великом со службы, спрашивают меня, ты что-нибудь понял, отец Игнатий? Ну, я понял, потому что этот текст мне клочок знаком, когда Стефан обличает иудеев. Стаковые люди с необрезанным сердцем, ушами, всегда пройтись Духа Святого. Я могу этот участочек, я его спорят, я понял. А то, что на славянском, говорю, дальше остальное, я, говорю, не могу понять, что. И батюшка, поэтому то, что вы уразумели, надо по-русски говорить это, читать апостол, читать псалтирь, что можно внедрять где-то русский понятный язык. Все хорошо, понятно. Да еще и батюшка проповедь не скажет. Вы прочитали, ничего не поймешь, что стояли. Ну, конечно, сам молишься там что-то, как умеешь, да. А так, чтобы услышать на издании, нет. Я вам благодарен. Я читаю при архиерейской службе на русском языке апостол. А сходит чтец, батюшка, как читать, Павлик, читай по-русски, все. Читаем. Ну, отец, там, вот какой вопрос. Мне вопрос задали вчера. У нас, говорит, завтра выступает архиерей. И мне сказал, из зала подайте записки. Ну, это бывает так, договаривается. Кто подаст, не подаст. И он мне, этот человек, спрашивает. Человек с огромным образованием, духовный. И говорит, какие вопросы архиерею-то задать? Я говорю, 2 вопроса, больше не задавайте. Вы бы какие вопросы задали из зала для архиерея, когда он сам просит об этом? Это редкий случай. Как им воспользоваться правильно? Что задать архиерею, без чего нам жить нельзя? Не просто как отпевать. Какие бы вопросы задали вы, отец Иоанн? Я бы какие задал? Да, 2 вопроса. 2 вопроса. Да. Ну, во-первых, первый – это вопрос, почему в семинарии у нас такой низкий уровень преподавания и сектоведение Слова Божие. Я с одним священником говорю, ты знаешь, есть, кстати, о вас, говорит, выпущена симфония на неканонические книги, на жития святых. Говорит, а что это за симфония, зачем она нужна? Да, говорю, ты по этой симфонии, ты по любому слову вспомни из послания какое-нибудь, из Евангелия. Раз набрал и сразу найдешь. А зачем она мне? Не нужна она мне. А почему в семинарии? Как же так? Ты окончил семинарию? И ты не знаешь, что такое симфония. Это первое, это оружие твое. То есть Слово Божие. И меч духовный. Это и есть Слово Божие. А ты говоришь, так относишься к симфонии. Я бы сказал, Владыка, почему вот у нас такое отношение? Так не, как-то не в почете это изучение Нового Завета. Выходим, там знаем все, как ходить, устав, службы, там все это. А самое главное, да, должна быть проповедь. Проповедь, благовестие. За что Павел страдал и бесконечно страдал. И причем страдал и радовался. Радовался, и пишет, радуйтесь. Еще, говорю, радуйтесь. Кротость ваша да будет известна всем человекам. И везде, он говорит, в трудах. Кстати, когда меня вызвали за вас в епархиальный совет, на епархиальный совет, я им сказал, сидело много батюшек, все, да. Я говорю, знаете,
отцы все чистые, этот человек, они сидят, переглядываются, а как кто так вот, они знают. И я говорю, владыка, вы не знаете. А я вам скажу, что этот человек, вот то, что сейчас я вам процитирую, из Коринфян, там, второе послание, кажется, 6 глава, это все на нем исполнилось. В великом терпении, в бедствиях, в нуждах, в тесных обстоятельствах, под ударами, в темницах, в изгнаниях, в трудах, в постах, в денег, в чистоте, в благоразумии, я говорю, в чести, без чести, при порицании, в похвалах, это все на нем сбылось. Кто из нас, вот сидящий здесь в пачке, кто скажет, что я это могу что-то себе приписать, я ни одной строчки не могу себе приписать. А он может сказать, он сидел за Слово Божие. Кто сейчас сажают за издание там Библии, молитвослов там или что-то, а он отсидел за это. Начитал кассеты, там, пила, ГУЛАГ, все такие там, не очень популярные в то время. Я сидел срок человек, а мы за это не страдали, и все. Человек-то сидел за Слово Божие. Вот я сказал, владыка, нужно все-таки делать удар на проповедь, чтобы как-то батчик учить и сектоведение. Мы с этим сталкиваемся постоянно. Ислам у вас 18 том прекрасный, где там об исламе. Это все идет такая, ну как сказать, негласная исламизация нападает на нас. Мы кругом, кстати, все иммигранты, эти гастарбайтеры, они все исламы. И с ними надо как-то общаться и что-то им говорить, и знать их вероучение. Так что я вам благодарен за то, что так, вы требуете от батюшек знания Слова Божьего. Мне это по душе. А второй все. Вопрос какой? Второй вопрос еще какой? Не созрел, надо подумать сразу, как вы прям берете. Я посоветовал так, задайте вот эти... Атисан, я сказал, задайте два вопроса. Первый вопрос. Почему нигде не проповедуется в храмах, почти нигде, о духовном рождении свыше? Господь говорит, кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие. То есть даже на мытарство не идет. Он не идет, даже он вниз головой в ад летит. А по люди вообще 99,9% понятия об этом не имеют и нерожденные. И второй вопрос. Почему они говорят о том, как быть водимым Духом Святым? Римлян 8:9. Кто Духа Христова не имеет, тот не его. А что мажут, ничего не меняется. И показывает, что ничего у них нету. Это внутреннее перерождение. Забвение всего, что есть. Перерождение. Прежнего нету. Родился новый человек. Был Саул, теперь Павел. Почему об этом-то не говорят, самое главное? Два вопроса решите. И температура в храмах и в стране изменится. Может быть, и патриарх, и Путин другие были бы. Два вопроса. Рождение свыше и водительство Духом Святым. Совершенно нет этих тем. Нету. А они главные. Храмы. 200 храмов в Москве схромались уже. Пророк это осуждал. Говорите, храм Господень. А сами убиваете друг друга. Пророк Иеремия все это осветил. Пророк Агей тоже говорил. Спросить надо у Бога, священникам пророческого дара, чтобы слово жгло. Глаголом жги сердца людей. Александр Пушкин. Ладно, Игнатий Тихонович. Да. Спасибо за вашу лекцию прекрасную. Благодарим вас за нравоучение, вразумление. Пусть Господь вас укрепляет на Боге. Благослови нас, Отец. Благословили вас. Спасибо. Благослови Господь. Да, вы помолитесь, чтобы там Господь благополучно поспешил. Вы в Москве-то будете у отца Кирилла или нет? Ну, я бываю, но у Кирилла уже давно не был. У отца Кирилла давно не был. У Сахарова? Да, у Сахарова. Ну, давно не был у него. Батюшка, если вы не очень знакомы, поближе познакомьтесь. Он необыкновенный человек. И ночевала у него, когда на Рождественское чтение ездил. Куда вот, 4 уже не езжу. Вот представьте, я у него был 4 дня, и на литургии, переодетый в стихарь, 4 проповеди сказал. 4. Прикиньте к себе. В храме. Ну, Игнатий Тихонович, в подражание вам мы тоже что-то говорим. Или читаем. Даже я завел еще такое новшество. Вы знаете, очень полезное. Мы читаем на всеночные, только окончили год, больше года. С сентября до октября с 2013 года, по октябрь 2014 года мы читали третий том издания архиепископа владыки, архиепископ Николай Велимирович Сербский. Письма. Темы самые-самые разные. И они коротенькие. Мы 3-4, иногда 5 писем. Люди садятся после кафизмы, Седалин прочитали и садятся в храме на лавочке. Ну, у меня храм-то небольшой, там человек-то 15 вечером на всеночный, там, когда сколько. И мы читаем письма. Очень
хорошее назидание. И они даже приходят послушать. Мы прочитали эти притчи Соломона, книгу пророка Исаии, и Иезекииля прочитали, и Экклесиаста прочитали книгу, мы Бытия прочитали книгу. Ну, сейчас не помню все, я отмечаю, хорошо, мы Иоанна Кронштадтского читали. Ну, это мы уже практикуем много лет. И люди отдыхают буквально 15-20 минут перед их. И все-таки какое-то понятное Слово Божие. Мы что-то стараемся внедрять за литургию, хоть кратенько, но какое-то поучение стараемся говорить. Или по Евангелию, или по апостольскому чтению, иногда по житиям. Ну, какое-то поучение говорится. Так что, Игнатий Ильич, помолитесь, чтобы Господь нас, грешных, укреплял. Ну и не унывать, это уже совсем, да, грешный человек, но что сделаешь? Я вчера смотрю, а у меня лежит листик на столе, а я считаю, Суворов, отец Иоанн, рост такой-то, вес такой-то, тире, лишних 12 килограмм. Признаю. У вас досье у меня на столе оказалось, а теперь, может, и 15 сбрасывать лишнее. Да надо, Игнатий Николаевич, как не получается. Зачем бросать все в поле? Лишнее создаю, что можно сбросить. Игнатий Николаевич, мы уже полтора часа здесь у Сережи. Выражаем самую искреннюю благодарность за гостеприимство. Нас тут хотели напоить и накормить, мы просто сыты и отказались. Благодарим и всех благ желаем милости. Приятно было познакомиться. А вы где были? В скольких местах примерно? Когда? С отцом Аким, когда от вас выехали они, в каких местах были? Примерно скажите, Ростове-на-Дону еще где были? Сегодня? Да не сегодня, за время, как отец Аким приехал к вам. Нет, мы в Ростове-на-Дону еще не были. Мы сразу поехали, прибыл отец Петр из Белоруссии, и мы поехали на другой день, сразу в Дивеево. День в дороге, день там были, на литургии, на всеночной. Переночевали и вернулись назад. Потом тут в субботу-воскресенье послужили, поздравили отца Аким, 70-летием его там, пожелали всего хорошего. Все, в понедельник поехали в Сергиев Посад. Мимо Сергиева Посада в Ростов-Великий. Там переночевали в Спасо-Яковлевском монастыре. Благодарение отцу Августину игумену, принял нас очень гостеприимно, оказал все, что возможно было. Так братское такое отношение было. Оттуда поехали в Спасо-Алексеевскую пустынь. Посмотрели, там такой кадетский корпус, 280 детей. Ну, это уникальная такая община, там музеи живут, музеи просто дети много. И поехали в Лавру, в гостиницу, оформились там и пошли на всеночную. Потом литургию отстояли, патриарх служил, молебен отстояли, ну, помолились. И после обеда приехали в Тулу. Все, на другой день отца Петра проводили. Вчера отец Аким служил у меня, две проповеди мне сказал, после Евангелия, после отпуска. Все, на сегодня мы вот едем в дороге. Везем гуманитарный груз там, пострадавшим на Украине от войны. Все, Игнатий Николаевич, обнимаем, целуем вас и благословляем. Понятно. С Богом. Я почему спросил-то, думаю, где вы были, служили, и неужели то место больше того, где вы находитесь? Ну, я не берусь сравнивать, больше или меньше, мне это как-то нет такого дара, чтобы тут сравнить. Я не знаю как, но вижу, что человек раб Божий. Вот в таком состоянии он, это просто что-то нам свыше удается, что то, что он делает, наверное, человек, если там глянул, никто бы не поверил, что это делает вот такой, в такой немощи человек ведет такую работу. Сережа, здоровья вам, терпения. Спасение души, и прошу святых молитв, чтобы Господь нас укреплял в нашем пастырском служении. Ну, всего доброго, Игнатий Николаевич. С Богом. Володя, пока. С Богом. Батюшка-то ушел на улицу или где? Отец Аким-то где? Ну, там, уже все. Спрятался. Ты поговори, почему он прячется? Ну, ничего. Он никуда не спрячется, приедет. Он нас чаще видит, поэтому... Все, Игнатий Ильич, потом я позвоню еще. Ладно. Ну все, продолжаем с Богом. А, мы тоже поедем. Вот правда. Не терпят, не вмещается слово, и все, бросает и бегу, даже в людях. Ну, еще я не сужу, просто говорю, реакция какая встала, ушел.
встал и ушел. И что-то плохое, говорят, или еще. А то, что нет, это тревожные симптомы. Тревожные. Болезненные для меня. Помирать-то будем. Еще мы ответим. Какая была обстановка благоприятная? Находитесь там, где не пляшут, не курят, не пьют. Где лежит человек, трудящийся для Христа. И вышел в другую комнату. Ну не можем в туалете сидеть там. Слово не вмещается. Самых близких. Ну все тогда. Да благословит их Бог. Пустыни разные. Я знал, куда они поедут. Их путь можно было просчитать. Собрали гуманитарную помощь.